В начале данного видеоролика хочу всем порекомендовать очень активный канал под названием Флайкер. Парень снимает тоже интересные видео по Блокстрайку, это мой хороший друг. Ребята, у него на канале вы можете найти видеоролики как обновление Блокстрайк 5.0, дальше самую первую версию Блокстрайка, разные конкурсы, разные прикольные видео, допустим, как получить керамбит. Кому интересно, ребята, обязательно приходите и смотрите. Ссылка на этот канал есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент ПК будет делать обзор уникального проекта под названием Positive Mine. Я только что зашел, в принципе, спавн тут очень, как по мне, ну, как-то очень скуд, потому что на спавне явно не хватает различных построек, не хватает различных зданий, не хватает различных декораций. Поэтому, создатели, я знаю, что вы смотрите это видео, обязательно чего-то добавьте на спавн. Но, в принципе, ребята, мы это можем простить по одной простой причине, потому что этот проект открылся буквально пару часов назад. Да-да, вам не слышалось, буквально пару часов назад открылся этот крутой проект под названием Positive Mine. Ну что ж, давайте прочтем таблички. Первая табличка — это привет. Ну, привет всем. Дальше, это у нас инфа. А ну-ка, что это такое? Давайте прочтем эту инфу. Команды, правила. Понятно. Это у нас шоп. Клик. А ну-ка, давайте, ребят, попадем в магазин. Это у нас варп-шоп. Ничего себе, какой необычный магазин. Ну-ка, давайте пойдем. Слушайте, ребята, мне очень нравится дизайн этого сервера. Очень круто все сделано. Ничего себе. Кстати, как-то необычно все сделано, да? Очень необычный магазин. Очень прям необычный. Так-так-так, а что это у нас такое? Это у нас псы, плыви куда хочешь. А, это просто табличка, окей, я понял. Магазин, в принципе, тут тоже неплохой, но, как по мне, ребята, магазин, ну, что-то вообще всего очень-очень мало. Я считаю, что должно быть гораздо больше всего, то есть должны быть и блоки, должны быть и инструменты, должны быть и ресурсы и тому подобное. Поэтому, админы, пожалуйста, учтите мои пожелания и доработайте магазин. Так, а теперь идемте обратно на спаун, там были очень такие прикольные кейсы. Мне это интересно, можно что-то из них получить или нет? А ну-ка. Нажимаю на кейс. И я, ребята, получил совершенно бесплатно админа. Вы серьезно? Просто за одно нажатие на этот кейс я получаю админку. Это, ребята, ну, это не обман, это все чистейшей воды правда. И знаете что, давайте мы как-то все это проверим. Я прямо сейчас выйду и обратно зайду. А ну-ка, я выхожу. Так, 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 сейчас мы будем проверять. Обратно захожу. После этого я ввожу логин и пароль. О, какой логин? Просто пароль. Так. А, или пароль даже вводить не надо. Вот, блин, так зря свой пароль спалил. И давайте что-то напишем в чат. Допустим, привет. Я, ребята, главного админа получил в этих кейсах. В общем, скажу вам так. Если ваш друг админ, то вы, ребята, можете совершенно бесплатно получить главного админа. Серьезно, не может быть, я просто в шоке. Я получил главного админа просто за одно нажатие. Одно нажатие по этому кейсу, я получил главного админа. Это, ребята, просто, просто шик. Я очень рад, это очень классно, ну-ка. Ага, ну спаун я ломать не могу, но тем не менее, ребята, у меня главный админ. Я думаю, что это просто превосходно. Тем более, если учитывать то, что все это было бесплатно, это, ребята, конечно же, шикарно. Я хочу еще ради интереса написать команду GM1. А то мало ли, гейммод даже нет. А ну-ка, GM1. А прав-то нет. Ага, значит, я получил админа. Вот тогда, вот тогда. Значит, Кент пока получил главного админа, но прав на админа у него нету. Слушайте, ребята, как хитро все сделали, да? Так, давайте еще раз напишу команду KidStart и посмотрю, что же у меня есть в этом чертовом начальном наборе. KidStart. Ага, такого кита нет. Значит, давайте я напишу просто kids. А или тут нет кита? Или, возможно, кит у меня уже в инвентаре? А ну-ка, давайте все это проверим. Ну, что-то я делаю явно неправильно. Я пишу команду start, и я получаю. Но я, ребята, к сожалению, ничего не получаю. Еще раз вам повторю, что проект буквально недавно открылся, поэтому есть мелкие недоработки. И, к сожалению, кейс-старта у меня нету. Возможно, я что-то сделал неправильно, возможно, что-то с этим сервером, но, к сожалению, кейс-старта я не получил.
Ну что ж, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать. С вами был ваш Кент ПК. Ребята, IP-порт этого крутого проекта есть в описании. Обязательно заходите, играйте вместе со мной. А с вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем пока!